приехали с парома. Вот здесь вот покушали. Вот. А там вот ждали очередь на паром. А здесь, оказывается, еще есть пляж. На дороге. Ни одной машины нет. Здесь вот через пешеход надо пройти. Через ЖД. Ветер дует. Да нам еще повезло, что мы на паром сели. То обещают 22 метра, да, секунду? Вот на этой стороне получается отель, душ. Там вот раньше стоянка. С той стороны была для машин, которые ждали паром, а сейчас просто стоянка. Какие-то фонарики. Интересно, ночью светится. Вот здесь вот ветер потише. А там возле воды ветер. Это хорошо, мы на пароме уплыли. Там еще куча машин оставалось. Не знаю. Наверное, на следующий день оставят, если такой вот ветер. Мы сами сутки прождали, чтобы... Даже больше, да, сутки? 9:33 мы вчера приехали, взяли талон там, и получается, что 7. Ночь там ночевали в этих полях, потом в 6 с чем-то нам поставили там отметку, и мы, вот здесь, и мы поехали на осмотр там, где паром отходит, и еще там вот просидели сколько. 8 его вот только... до скольки? Вот. Да. С 8 до 4, да? Да, до 4:30. 4,5 часа. О, там кто-то в палатках. Ага. Вот такой вот пляж, там песочек. Час, и там 4,5. Почти до 6. Обзор пляжа. Раздевалки. И вот этот отель. А я смотрела еще такая на странице. Думаю, где у них здесь пляж? Оказывается, вот песочек такой. В общем, если стоите на пароме в очереди и штормовое предупреждение, можно вот проехать
здесь вот покушать на 149-й, да, километр? Да. А, это подстава из подстав. И передние кроссовки мокрые. Все время так подходишь. Там можно покушать. Отстойник. Гостиница отдохнуть, и вот здесь вот пляж. Ну это когда погода не. Ну а если погода хорошая, значит и паром ходит. Если погода плохая, то нужно будет стоять. Неизвестно сколько. Вот мы в среду уехали, получается. А вот сегодня суббота. Домой возвращаемся. А все из-за шторма.